Фестиваль проходит в Татарстане с 2013 года. Он уже стал эффективной площадкой для развития творческого потенциала молодежи, обмена опытом, получения новых знаний. На зональном этапе «Мамадыш» представляла команда отдела образования. Мы готовимся, усердно готовимся, поем, танцуем, также представляем еще «Минуту славы». У нас команда очень дружная, и дружная не только во время работы, мы дружим также и в обычной жизни, поэтому мы друг друга поддерживаем, у нас очень отличная и дружная команда. Команда представляет свои номера в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы», «Визитка», «Презентация предприятия». В составе команд работающие молодые люди от 18 до 35 лет. Я участвую уже третий год, и на протяжении 3 лет вот у нас основной костяк, мы очень сдружились, очень сплотились, выступаем не только именно на фестивале, но и готовимся к другим мероприятиям. Каждый человек очень, ну, каждый участник команды отзывается на любую просьбу нашей команды, если кому-то что-то нужно помочь, никогда отказов нет, поэтому команда у нас очень дружная. Ребята очень хорошие. Победители этапов примут участие в финале, который пройдет 15 и 16 ноября в Казани. В прошлом году мамадышцы в зональном этапе стали первыми, а на республиканском этапе удостоились 2-го места. Ольга Морская, Гуля Ахметшина, Алексей Петров. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».